На сегодняшний день очень важно исключить вот эту большую массу детей, педагогов, обслуживающего персонала школ из эпидпроцесса. То есть у нас фактически на каникулы и на дистанционный режим работы уйдет порядка 400 тысяч человек. Это школьники и обслуживающий персонал в школах и педагогические составы. Тем самым мы сможем прервать эпидпроцессы и повлиять на заболеваемость. Мы обращаемся к вам с тем, чтобы вы помогли нам. То есть надо провести это время каникулярное с максимальной пользой для вас, для ваших детей, для здоровья. Гулять можно, но только небольшими компаниями. Призываем вас не ездить на курорты в другие регионы и за рубеж. Причем надо сказать, что остается форма дополнительного образования в виде индивидуальных занятий. Тоже, пожалуйста, то есть чтение книг, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, все это позволит укрепить и оздоровить организм.